Я не прошу вас голосовать за. Но развяжите руки вашим людям. Пусть голосуют, как хотят. Закон о разрешении использования средств дальней связи. Скорее, вторжение в личную жизнь. Вы читали пост? Этот закон не просто шаг к тотальному надзору. Он и есть тотальный надзор. Либеральная истерия. Ну, нельзя, чтобы Конгресс принял закон, позволяющий следить с помощью камер и микрофонов за любым из жителей нашей страны. Фил, мне наплевать, кто с кем трахается, кто из членов кабинета торчит. Мы могущественная страна. Нас многие ненавидят. Вы, в отличие от других, знаете, что мы живем в состоянии войны. Мы сражаемся каждый день. Да, да, да. И вы сами знаете, скольких американцев мы спасли благодаря использованию разведкой современных технических средств. Томас, все это чепуха. В каждом районе нашей страны имеется несколько крупных промышленников, которых принятие этого закона просто убьет. Даю слово, я обеспечу вас фондами, не меньшими, чем во время предыдущей кампании. Я говорю не о средствах на предвыборную кампанию. Я говорю о том, что мои избиратели могут остаться без работы. Господи, поймите же! Есть и другие проблемы, кроме охраны национальной безопасности. Говорить больше не о чем. Фил, пожалуйста, не надо. Я всегда поддерживал вас, верно? Бывали щекотливые ситуации, когда вы нуждались в моей помощи. Вы что, меня шантажируете, поганец амбициозный? Очень жаль, что мы с вами не договорились, уважаемый конгрессмен. Вы хороший человек. Вашим избирателям повезло, что вы их представляете.